Теперь я играю в этого Айзека. А если раз Ктулху за штурвалом? Блин, средний мир. Вот уже эксперт, мастер, знаешь все. Ну, по теории-то я, конечно, ас. На На практике я не заходил в него уже около... Слава девственника. Пару месяцев, именно так. На теории-то. Да. Ну я ж как-то наиграл вот в эту игру 500 миллионов тысяч часов. Думаешь? Типа 25 монет. Если мне сейчас выпадет ключ, я их возьму. Если нет, изменю. Все просто. Удачи, как всегда, на твоей стороне. Если. Это было и ради. Бичу, бичу. И сейчас раз такой ключ. Всякое было бы стрёмно, если бы это было бы реал. Что? Похуже, чем Outlast. Что, блядь? Будешь, чем босса бить? Да, мне тоже понравился урон. Не пойдешь в зубастую комнату? Конечно, пойду. Бразер Боб, да он, по-моему, да он же нормальный. Нет, он упрят такими же слезами, как и я. Да, призрачный был бы. Уровень забужен, можно идти дальше. О, деревянный пол. Так это делается. Или не делается. Может выпасть хрустальный шар. У меня 15 монет, нет, спасибо. Найс, вон. Колёч! Эх, я тоже помню. Дайте мне ключ! Проблемы с ключами. Спасибо. У меня тоже были проблемы с ключами. Но я мог не получать. Не получается этот урон. Урон. Ну когда-нибудь он долетит, да? И сейчас костер просто налетает. Этот урон я мог не получать на паучке, теперь мне не будет. Жопа говна. Ладно, пойдем к боссу. Урона у нас теперь много. Паучка сметет.
потом можно пойти сама пожертвоваться немножко. Нет, я такими вещами не занимаюсь. Там вот. Такой паучок. Нет, нет, блядь. Воу. Не плевать, я вот с таким раном не ощущаю. О, очень неплохо. Все. Пойдет. Еще лепни себе. Секретная комната я нашел, в магазин не попал. Замечательный уровень. Дальше. А на арену? А на арену? Одно сердечко нужно. Это героический червяк. Слушал бы ты себя. И любовник тебя. Два сердца, если не ошибаюсь. Мне это уже нравится. Иди сюда, магазин. Давай сюда. Ты мне поможешь. Очень поможешь. Компас. Да что, стебёшься, что ли? Ты типа лол. Грабли. Что за таблетки? Мне она не нужна вообще. Зачем она? Она уровень тебе рерулит полностью. Взамен... вещи на пробеле. Ты думаешь, я отдам за нее свой кубик? Да ни за что. Ну. О. Ну. О. Какая же таблетка? Parasite, parasite. То есть, если я сейчас буду... Если я пальну своей херней, она еще и раздробится. Прикольно. Я заберу. Проверим. Замечательно, блядь. Идите сюда. А прикинь, если еще и... А прикинь, если это был бы пенициллин и вот это вот. Не работает. Но было бы прикольно. Я бы еще не отказался от четверного выстрела. Четверной пенициллина паразита выстрел. Пенициллин не работает с паразитом, тоже. Я мог тут-то урон получить, блять. Ну... Ебучая комната, ебучая, блять. Я убиваю всех своих сумонов по своим паразитам. Куда я? Боже, ты это видел? Да, я это видел. Да, раньше так и мне, конечно. Friendly fire. Пока. Слава. Да-да-да, вот точно так же было! Точно так же! Абсолютно так же. Увлекательно. Не спамните я ему. А ты их убиваешь. Походу это любовь. Да, блять!
скажи, Роман, скажись ты подземелье, ты не получил урон, коснувшись червяка? Да. Прям вот сразу увидел, что у тебя сердечко пропало. Я ж в игре, правильно, поэтому да. А, нет. Золотой ключ пропадет. Здесь не в этом проблема. Мне вот это вот жалко оставляет. Мне бомб нет. И получить я их есть никак не могу. А приходится чего-то жертвовать. Но мы должны идти дальше. Ненавижу эту комнату, да. Привет. Не найдется лишнего сердечка? Ремонт детонатор. Пять бомб. Спасибо. До свидания. До свидания. Чё ты не забираешь бумагу? Зачем она мне нужна? Бумага. Удобно, да? Да. Открой глазки, блять. Открой личико. Или читай. Да. Люблю эту комнату уже. Вот это к стенке тебя прыгнуть. Не хочу к меня посмотреть. Дай бомб. Как раз вовремя. Да. Очень вовремя. Тоже комната кончена. Хорошо, что у него слишком много урона. Париться! Да, действительно, тебе не о чем волноваться. Парлагерный ты раз. Один на один. А, да, ключа нет. А зачем он мне нужен? Зачем мне ключ? Ключ на магазин без денег. Зачем? Купить сердечко. Это на противника называется. Да. Падает небольшой монстр такой. Небольшой такой. Небольшой совсем. Хардкор-то хардкор. Ничего не подключишь. Да умри ты, твою мать. Если дрыгать ногой, ты меня напрягаешь. А, сам мать эту штуку с паразитом убивать. Ты, конечно, еще попадал? Зубастую комнату, конечно. Красная. Смотри, как ты выглядишь, особенно сзади. Так-так. Он всего лишь он покушает твои мозги, и они хоть у него есть. Тьфу. Даже паразит. Были такие паразиты. Хотя такие уже есть, как крабы называются. А это чем тебе нравится? Зачем мне вещи,
ради которых мне нужно получать урон. Умри. Воу. That's new. Ебучая телепатическая голова. Так, боже, встанет она. Да встанет от меня, боже, что это, блядь? Гребаные телепаты. Надо. Oh, yeah. Ой, у меня урона много, так что пальцы не особо. А, боже, нет! А я понял вас, ребята. Да-да-да. Именно так. Ну, ладно. Тимбок. Я такого не слышал. Я такую комнату, блин, даже не видел, понимаешь? Я тоже. Ёбнули. Пафик. Тьфу, невкусная монетка. Да. Потом еще к мини-боссу. Топ дамаг. А ты не сможешь набрать все равно больше. В принципе, да. Сюда. Он прикольный. А, все самые говновещи в одном замеке прокрутил. На кубике провращал. Ого, хороший мини-босс. Красавчик. Я не вижу, как он так делает, блин. Вот сейчас я увидел, когда он так делал. Так, не. Просто. Время прыгать бомбу на одну монетку. Просто браво. Когда он стоит спиной, я не видел, что... Да нефиг было вверх лезть. Нефиг было что? Вверх лезть. А. Если бы не видно со спины, чтобы... Просто. Пожалуйста, спасибо. You're welcome. А, да, такая игра говорит, я тебе Полифему сдала и больше не дам. И я такой, ну ок. Все женское натура на лицо. На глаза. Бэ! Самонаводка. Самонаводка, все. Большой, разочарующий. Умирающий. Ну все умирают. Стандартная комната. Считай. Спасибо, это мне нужно. А, и теперь в магазин. Видишь, как все хорошо. Зачем ты же вроде купил? Что я купил? Ничего ты не купил. Вот. Игра за мной жалилась. И далась мне немножко полапать еще. Очень хорошо полапать, блять, она себя дала. Только поздно. Монашка. Такое деяние никогда не поздно. Вся эта игра будет странствующей. Если ты такого увидишь. Как будто похож. Вот именно. Зато паразита теперь не видно. И знаешь, такой кусочек мозга такой. Ох, прошел как я. Только у тебя некрополис. И бомба-зомби. Бомба-зомби.
Да блять, скелет зомби! Ненавижу! Нет ключей! Я даже не знаю, что хуже. Тык. Тык. А, он умер. Норм. Я хотя бы до босса дошел. До какого? Ну, вот по дистанции так же. Да! I don't want this shit. I don't want this shit. Давай, давай, одевай трусики. Надевай. Одевай. Надевай. Я тебя стебу. А я тебя поправляю. А я тебя стебу. I don't want this shit. Красавчик, ты как быстро зарядил. Я уже зарядил. После этой комнаты я уже заряжу кубик. Убери мышку. Беру, давай. Все это время надо. Ай! Зачем ты их таранил? Бам-бам. Бам-бам. Ау! Да умри ты! Мне не хватает гребаного. Рейнджа. Да не рейнджа. Скорострельность. Так. Фу. А что дает мам сперва? Серые сердечки. I don't want this shit. I don't want this shit. Хотя я подумаю, но пока не хочу. Кстати, я только так и выживал. На самонящихся. Как я это заявил? Чего? Я тебя об стену убью, урод. Да. Вы чем-то похожи. А, нет! А, нет! Куда? Не понял, что сбил, наверное, умру. Из-за того, что игра лагает. Я ни хера не вижу. Не понимаю, что происходит. Иди. Это паразит уже начал. Нет. Подозревать, что скоро хозяин умер. Умрет. Я за твою хэм. Камикази. Хочешь сделать пойти на свое последнее дело? Сука, там оказалась секретка! Просто фишка в том, что с этой штукой можно чекать, где секретка. Если там секретки нет, то ты не взорвешься возле стены. Там была секретка, я вздох. После этого я, пожалуй, подниму приоритет Айзека, но уже в следующей серии.